Дорогие друзья, я рад, что мы сегодня здесь, в уютной атмосфере философского факультета Московского государственного университета, в рамках Центра современных марксистских исследований, беседуем с одним из его сотрудников, старшим научным сотрудником Центра, Глебом Андреевичем Масловым. Глеб Андреевич по совместительству свободный от философского факультета времени, является старшим научным сотрудником Института экономики. На самом деле это шутка. Главная работа, конечно, Академия наук, Институт экономики, но и марксизм, и работа здесь для Глеба Андреевича стала очень большим делом. Во всяком случае, Центр очень рад тому, что он с нами работает. Я имею честь быть в прошлом, а может быть и в будущем, научным руководителем Глеба, а может быть и в настоящем, он сам об этом скажет. Его работа, кандидатская диссертация, посвященная связи смен технологических укладов и осмысления этих смен в экономической мысли, произвела большое впечатление. Ее долго обсуждали, много спорили. Было немало недоброжелателей. Для молодого исследователя это была борьба, закалка, победа. Защита прошла очень успешно. Мне кажется, что это было недавно, хотя на самом деле, сколько лет уже прошло, Глеб? Уже 3,5 года почти. Уже 3,5 года, да. Ну вот, а как вчера. Сейчас Глеб Андреевич, я сейчас говорю, главным образом работает в Институте экономики Академии наук. Но говорить мы будем на тему, которая, с одной стороны, продолжает исследования Глеба Маслова, с другой стороны, открывает очень неожиданные новые перспективы для современного осмысления и мира, и нашей страны, и того, как мы, конкретно мы, люди с левыми взглядами, марксистскими убеждениями, ну или, по крайней мере, близкими к ним, интересующимися ими, можем осмыслить происходящие трансформации. И на что для этого мы должны опираться? Есть известная цитата Ленина о том, что нельзя стать в полной мере, ну, слово «коммунист», наверное, сейчас немножко испугает вас, уважаемые телезрители, ну, не телезрители, а зрители нашего канала. Но я все-таки его скажу. Нельзя по-настоящему стать борцом за социальное освобождение, не впитав в себя культуру человечества, не проникнув в лабораторию поиска ответов на сложнейшие вопросы современности. И Глеб Андреевич взял на себя смелость обратиться к тому, что долгие годы, даже, пожалуй, десятилетия рыночных реформ, в кавычках, радикальных, контрреволюционных, на мой взгляд, трансформаций, было под запретом. Это экономическая, философская, общественная мысль Советского Союза, причем в сфере очень важной и как нельзя более актуальной сегодня, в сфере осмысления научно-технического прогресса, научно-технической революции. В свое время именно здесь пролегал водораздел и, пожалуй, основной фронт борьбы, кто кого. В космосе, в атомной энергетике, в авиации, в военно-промышленном комплексе, в фундаментальной физике, в вопросах кибернетики, генетики. Сложная борьба, сложные противоречия. И все-таки очень большой вклад советских ученых. Вот именно о нем я хотел поговорить сейчас с Глебом Андреевичем. Я буду по максимуму задавать вопросы, по максимуму молчать, вы по максимуму рассказывать. Ну и, наверное, первый вопрос – это действительно ли был все-таки этот вклад советских ученых, политэкономов, специалистов в области научного коммунизма, тогда так назывались исследователи социальных и политических проблем, социальной философии, что они все-таки дали в области научно-технического прогресса, проблематики научно-технического прогресса? Ну, во-первых, здравствуйте и благодарю за столь лестный отзыв о моих прошлых трудах. И отвечая на вопрос о роли советских экономистов, часто мне приходится сталкиваться с таким контраргументом, что в то время господствовала идеология, что люди писали статьи, просто следуя каким-то партийным установкам слепо. Однако, как мне кажется, вклад советских экономистов был весьма существенный, и более того, он актуален и сегодня. Если мы, скажем, положим на одну сторону
какие-то материалы советских экономистов в области научно-технической революции и преимуществ социализма, а на другую сторону идеи современных исследователей в области четвертой промышленной революции, то, я вас уверяю, сходство будет очень сильным. И в этом смысле можно говорить, что советские экономисты и вовсе были первооткрывателями того, что вот сейчас называется экономическими последствиями, экономическим потенциалом научно-технической революции, четвертой промышленной революции. И это наследие, оно весьма многоаспектно, во многом опередило свое время, и, мне кажется, оно очень важно для современного изучения. Прежде чем вы о нем расскажете, вот позвольте, уважаемые коллеги, которые на нас смотрят, нас слушают, представить себе, чашу весов. Были такие примитивные весы, когда, знаете, где гирьки перевесят, да, какая чаша перевесит. Вот если на одну чашу весов положить позитивный вклад советских ученых, вот я журнал «Альтернатива» положу на чашу весов, да, а на другую чашу положить идеологические пропагандистские клише, вот какая чаша перевесит? Я думаю, перевесит все-таки левая чаша, и при этом я бы отметил такую интересную особенность. В советских работах авторы писали, как мне кажется, более четко и более конкретно, чем зачастую пишут сейчас. То есть, возможно, потому что тогда было просто сложнее распространять и печатать литературу, и люди более ответственно к каждому слову относились. Это я сказал к тому, что за счет того, что писали четко и конкретно, можно всегда делить, то есть это сразу видно по тексту, где идут такие идеологические реверансы, можно сказать, ритуальные, а где идет действительно содержательная работа. И это очень четко разделяется, и это можно действительно взвесить, и содержательная часть, мне кажется, будет перевешивать. Леб, вот после этого предисловия все-таки самый главный вопрос, я постараюсь помолчать, а вы такой почти профессорский преподавательский монолог. Какие наиболее интересные мысли, соединяющие экономическое и социальное развитие страны с проблемами научно-технического развития или социально-экономические проблемы научно-технического развития, были поставлены, отчасти решены, обсуждены или обсуждались вот в литературе советского периода? Может быть, это были разные периоды, разные темы? Ну да, в этой связи я бы выделил 4 периода в развитии советской мысли в этом вопросе. Первый период можно условно разделить от конца даже 40-х до 22-го съезда КПСС, где в 61-м году был провозглашен курс на построение материально-технической базы коммунизма. Следующий этап – это первые годы после данного съезда, когда было наиболее максимальное внимание к данной проблеме. Однако впоследствии некоторые положения были не то чтобы скорректированы, я бы сказал, изменились некоторые акценты, произошел отход к более частным вопросам, и это произошло на третьем этапе, который можно словно разделить с конца 60-х годов до перестройки. И, наконец, перестроечный этап, который наиболее близок к современному стилю, я бы сказал, и где многие положения были пересмотрены. Ну а если говорить о наиболее значимом вкладе, ну, во-первых, нужно сказать, что разработки были довольно многоаспектные, и они затронули множество экономических последствий, социально-экономических последствий. Во-первых, это изменение характера труда. Подчеркивалось, что все большее значение приобретает творческий труд, а это, в свою очередь, меняет многие общественные отношения, и объективно они обусловлены даже в капитализме. Глеб, извините, я вас перебью. Вот этот акцент на творческом труде именно тогда прозвучал, еще в 60-е годы, если я не ошибаюсь, а сейчас к нему возвращаются. Даже еще раньше. Ну, чуть-чуть, может быть, прокомментируйте вот эту тему, потому что сегодня она становится опять актуальной, и открывают велосипед спустя более чем полвека, если я не ошибаюсь. Да, но советские экономисты на основе еще разработок Маркса, который еще в середине 19 века написал, что, во-первых, главной конечной целью развития человечества является создание предпосылок для гармоничного развития личности и появления труда как потребности. И на этой основе впоследствии, также с отсылками к классическому марксизму, обосновывалось положение о науке как непосредственной производительной силе,
соответственно, главной производительной силой становятся навыки, знания, квалификация работников, и особенно это касается творческого труда, который, как известно, принципиально, ну, по крайней мере, в обозримом будущем, незаменим машинами. И в этой связи можно говорить о том, что творческий труд стал одним из центральных сюжетов в работах советских экономистов, и подчеркивалось, что капиталистическая система по своему характеру не может способствовать свободному, как раз гармоничному развитию личности и развитию творческих качеств. Извините, я вас перебил. Вы назвали 4 этапа, но просто вот этот творческий труд – это действительно один из ключевых моментов, именно марксистский момент. Может быть, чуть подробнее, какие именно черты научно-технической революции, научно-технического прогресса акцентировались на разных этапах, и что из этого остается актуальным, на что следует обратить внимание сегодня в 21 веке? Ну, прежде всего, говорилось о роли автоматизации как ключевой технической черте научно-технической революции, которая, в свою очередь, выводит экономическую систему на потенциально новый уровень, и на этом уровне уже более эффективными становятся такие механизмы, как общегосударственное планирование, создание долгосрочных планов, мегапроектов, скажем так, утилизация негативных сетевых эффектов, которые возникают в эпоху капитализма в связи с тем, что при автоматизации происходит укрупнение производственных комплексов, и, соответственно, в целом возникает необходимость в таком арбитре, который бы сверху контролировал эту взаимосвязанную систему. И, соответственно, в этих условиях, согласно взглядам советских экономистов, роль плана она становится более значимой, и именно план в большей степени может направить в нужное русло научно-техническое развитие, так как рынок в силу разных обстоятельств, в силу своей анархии, в силу наличия частной собственности, которая ведет к максимизации прибыли, к логике максимизации прибыли отдельных производителей, а не развития хозяйственной системы в комплексе. И в этой связи, как я уже сказал, выделялась ключевая роль планирования. Но, конечно, нужно сказать, что многие, скажем так, скептические подходы к капитализму были преувеличены. То есть, как мы впоследствии увидели, капитализм оказался, что называется, более живучим. Но в то же время нужно сказать, что советские экономисты наметили те уязвимости свободного рынка, по которым рынку приходилось, называется, справляться, реформироваться. И мы увидели, в частности, большую роль государства в формировании научно-технической и экономической политики, развитие социального сектора. То есть советские экономисты, при том, что они несколько идеализировали советскую систему социалистическую, в то же время они, мне кажется, довольно верно указали на те уязвимости капитализма, которому капитализму пришлось искусственно в себе поглощать, реформировать и совершенствовать. Вы знаете, Глеб, я вспомнил анекдот, который рассказывали в 90-е годы. Я тогда был примерно вот вашим ровесником, может, чуть постарше, по поводу советской науки. Говорит, про коммунизм я не знаю, насколько правду говорили советские ученые, но про капитализм они сказали всю правду. Имелось в виду и безработица, и конкуренция, и полное пренебрежение научно-техническим прогрессом в этот период, да и сейчас не лучше. Хотя есть один момент, который очень перекликается с вашей характеристикой советских ученых. Это связка технологического рывка и планирования. Сегодня постоянно говорится об этом, и я могу сослаться на самые разные мнения и академика Глазьева, и вот ученых Московского государственного университета, и питерских ученых. Я думаю, что вообще Институт экономики Академии наук над этим будет работать и уже начал работать. Для технологического рывка России ищут средства как раз в планировании. Немного другом, но на следующем опыте Советского Союза. Все-таки возвращаясь к теме советских, то есть не все-таки, а именно возвращаясь к теме советских ученых, я хотел бы, ну, может быть, специально проговорить тему автоматизации и творческого труда, еще раз к ней вернуться.
Помню, как в 1973 году нам показывали студентам экономического факультета черно-белый фильм «Завод автомат». Это был цех полностью автоматизированный, который из болванок металлических производил готовые подшипники и упакованные в ящики. Ни одного рабочего не было вообще. Вот полностью болванка, вот подшипники в ящик. Это цех, который был построен в 60-е годы. Фильм был довольно старый. Безусловно, тогда это делать было очень трудно, но сейчас ведь автоматизация идет не слишком быстро, это мягко сказано. Даже в наиболее передовых странах лишь фрагментарные какие-то анклавы присутствуют. Как вы думаете, почему? Может, правы были советские ученые, что не очень капитализм ее развивает, эту самую автоматизацию? Ну, в данном случае я бы сослался на цитату одного из западных следователей, который сказал, что мы склонны переоценивать роль новых технологий в краткосрочном периоде, но недооценивать в долгосрочном. То есть, мне кажется, в работах советских экономистов, впрочем, как западных, был чрезмерный оптимизм, касающийся скорого наступления нового общества вследствие появления и распространения новых технологий. В реальности этот процесс затянулся. Отчасти этому способствовало то, что капитализм многие свои ресурсы, и, как верно это предсказали советские экономисты, направили на то, что непосредственно, мягко говоря, не способствует дальнейшему научно-техническому прогрессу. То есть при всех достижениях фундаментальной науки мы не можем говорить о том, что, ну, как мне кажется, что в полной мере был реализован экономический потенциал этих новых технологий, хотя бы потому, что просто большие средства ушли в финансовый сектор и не работали на решение непосредственно экономических и социальных проблем, которые касаются большого количества населения. И если мы еще вернемся к сегодняшнему дню, мы тоже можем сказать, что сейчас происходит такой чрезмерный оптимизм касательно потенциала новых технологий. Вот, например, в известной книге Шваба о четвертой промышленной революции давался опрос экспертов, где многие предсказывали, что около 50 миллиардов устройств будет подключено к интернету вещей к 2020 году. Еще там было много предсказаний, что уже в 2025 году автопарк будет господствующий, во-первых, электромобили, во-вторых, будут машины без водителей. То есть это я к тому, что на самом деле научно-технический прогресс идет, но он идет не так быстро, как считают многие исследователи, и об этом и впоследствии уже стали тоже говорить советские экономисты. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы преувеличиваем вообще значение научно-технического прогресса и, соответственно, интерпретации его экономических последствий. Просто это происходит не так быстро, наталкивается на некоторые противоречия, которые в том числе и ставит капиталистическая система. Ну, то есть получается, что капитализм таки тормозит технический прогресс, если я могу сделать вывод из того, что вы только что сказали, да, и я сам, и мои коллеги об этом писали. И в этом смысле, наверное, действительно советские ученые были правы и показали целый ряд механизмов этого торможения. Хотя, скажем, при всей характеристике финансового капитала как зла, наверное, предвидеть столь масштабную финансиализацию, как она развернулась в конце 20 века, даже советские критики капитализма не могли. Но если можно, я просто в этой связи более конкретно освещу те аспекты, которые, согласно советским экономистам, препятствуют научно-техническому прогрессу при капитализме. Во-первых, это устаревшая система образования, которая ориентирована на формирование, скажем так, узкого профессионала, то есть специалиста с довольно узкими компетенциями, в то время как сам характер научно-технической революции, он предполагает междисциплинарное взаимодействие и более широкие и динамичные компетенции. Во-вторых, это элитарность образования, которая также подрывает базу подготовки кадров. На уровне корпоративном мы бы отметили. Я просто адресую тех, кто смотрит наш канал.
Есть лекции Натальи Геннадьевны Яковлевой, она защитила докторскую диссертацию как раз про проблемы образования, которые тормозят и развитие человека, и научно-технический прогресс. Так что посмотрите эти видеоматериалы. Спасибо, Глеб, что вы о них упомянули и их подчеркнули. Извините, я на самом интересном месте, да, вас прервал. Да, также советские экономисты обращались, что называется, к корпоративному уровню. То есть они указывали, что, во-первых, идет процесс монополизации, укрупнение производств. В какой-то момент в начале 80-х, может быть, это не было оправдано, потому что появлялись как раз новые фирмы, которые впоследствии были связаны с информационной революцией, так называемой. Однако впоследствии что мы видим? То есть монополизация идет полным ходом, отдельные компании контролируют довольно широкий спектр технологий, и более того, они не всегда стремятся не то чтобы поделиться этими технологиями с кем-то другим, они не всегда стремятся запустить его на рынок, потому что пока еще предыдущая технология не собрала всю прибыль, возможно такое, что компания будет придерживать просто искусственно внедрение каких-то новых принципов производства и новых продуктов. Монополизация ведет к различным формам неравенства. А неравенство, соответственно, означает, во-первых, это недостаток спроса, это рост рыночных дисбалансов, и, соответственно, в этих условиях сложно планировать какое-то долгосрочное развитие, если, скажем, учащаются кризисы, если имеется недостаток спроса на новую продукцию в этих условиях, и предприниматели будут меньше рисковать. И, как мы уже сказали, в условиях рынка, в условиях рыночной анархии затрудняется внедрение таких крупных мегапроектов. И, ну, наверное, на этом можно ограничить перечень таких условных претензий к капиталистической системе. На самом деле есть еще одна, которую я позволю себе сформулировать, просто памятуя о... Вы знаете, по-моему, я приводил в одной из своих лекций этот пример. Журнал «Автомобилист-любитель» где-то 70-х годов. С самого начала, нет, вру, еще конца 60-х годов, я еще школьником был. Я там прочел статью под названием «Автоматизированные дороги будущего». Ну, во-первых, под будущим имелись в виду дороги конца 20 века, то есть отстоящие почти на 30 лет от нашей эпохи, да, в прошлом. И идея была не в том, что в каждом автомобиле будет стоять робот, искусственный интеллект, который позволит ему двигаться по дороге, а в том, что дорога в целом будет автоматизирована, и единая система будет управлять движением автотранспорта в соответствии с заказом того, кто становится пассажиром, не водителем. То есть просто пассажиры садятся в машину, говорят, куда они хотят поехать, если передумают по дороге, вводят дополнительную информацию, и вот... Навигатор сегодняшний ведет этот автомобиль, одновременно контролируя поток всех остальных видов транспорта, пешеходов и так далее. И не допуская ни нарушения правил, ни столкновений, ни аварий и так далее. То есть мыслилось совершенно по-другому, эта модель. Да? А капитализм так не мыслит. Капитализм мыслит, исходя из того, что каждый должен сидеть в своей машине и быть хозяином этой машины. Потому что если человека лишить возможности быть хозяином машины, то он вроде как уже не человек. Или, во всяком случае, не частная личность. Вот эта логика частного человека, она становится едва ли не основным ограничением. И второй момент, который я, к сожалению, не очень хорошо помню работы, по которым сдавали экзамены в свое время, мы вот советские работы, вы сейчас в них уже разбираетесь лучше. Но уже тогда в работах, пожалуй, больше философов велась критика общества потребления. Причем она велась одновременно и в философских работах, и в научной литературе. Я уже упоминал тоже когда-то миллион лет назад в лекциях книгу Стругацких «Хищные вещи века» о том, что благосостояние заводит в тупик, в том числе научно-технический прогресс, который работает на то, чтобы создавать безумное количество, особенно никому не нужных вещей. Я не знаю, вы встречали вот этот ракурс, аспект? То есть у меня так как-то это грезится, помнится, но скорее по книгам Стругацких, чем по научной литературе. Ну, на самом деле, да, этот сюжет тоже проработан. И в частности, советские экономисты предлагали подход абсолютно антирыночный, но, как мне кажется, в нынешних условиях более релевантный современным целям развития. Самый простой пример. Допустим, в условиях автоматизации
Нам нужен рост квалифицированных специалистов, творческих профессионалов. Ответ рынка какой? Значит, создать группу некоторых элитных творцов, в то время как основная масса населения просто не сможет... То ли вслух, то ли в бомжи. Да, просто не сможет себя реализовать, и, соответственно, доходы просядут, и результат повысится неравенство, произойдут расколы общества, и раскол в обществе, соответственно, картина не самая хорошая. Советский подход. Сократить продолжительность рабочего времени. То есть, с одной стороны, обеспечить качественное образование наиболее широким слоям населения и сократить рабочее время, чтобы не было проблемы безработицы, то есть, чтобы роботы не вытесняли людей на производстве. Также такой шаг решит многие экологические проблемы, то есть если ты ориентируешься на решение не только максимизации потребления и работы по 10 часов в сутки, соответственно, сама по себе будет решаться проблема перепроизводства, я имею в виду нагрузки на экологию. И, кстати, сейчас это актуальный сюжет. То есть современные исследователи говорят, там, проблема экологии действительно очень острая. Теоретики 4-й промышленной революции и эксперты Давосского форума говорят, что там 7 или 8 из 10 рисков, связанных с будущим человечества в ближайшие годы, это риски экологические. Но какой они предлагают вариант? Там максимум где-то поднять налог, где-то убедить людей ответственно потреблять, хотя на домохозяйство вот этот экологический след приходится довольно маленький относительно там, всех выбросов. Но не предлагается самого главного, то есть никто не дает фронтальную критику капитализма, основанную на том, что нужно в конце концов меньше потреблять и меньше производить, соответственно. Это не значит, что там, нужно всем уйти в пещеру, что отказаться от благ цивилизации, но, скажем, не обязательно вещь, которая еще вполне себе работает, не обязательно тут же ее выбрасывать, покупать новую, потому что у новой там более яркая этикетка, и там, не знаю, она выполняет свою функцию на 3% лучше, а стоит зато намного дороже и наносит тот же экологический вред. То есть такие примеры я дал в качестве того, что подходы советских экономистов, они более радикальные, потому что основаны на фронтальной критике капитализма, но в наше время они еще и более актуальны, потому что потенциал таких реформ, как, там, например, кому-то повысить налоги, кому-то дать субсидии, он уже, мне кажется, исчерпан. И вот ту же экологическую проблему уже решить в прежней парадигме нельзя. Да, Глеб, вы абсолютно справедливо это подчеркнули, и я бы выделил еще один аспект, адресовав к еще одному участнику наших передач, лекций, Людмила Булавко, профессор нашего центра марксистских исследований. По-моему, очень, то есть не по-моему, а абсолютно точно очень правильно говорила о необходимости культурного развития человека, погружения человека в культуру как реальной альтернативы и обществу потребления, и частному человеку, и рынку как способу удовлетворения потребностей, генерирующему частного человека и общество потребления. И вот здесь, в той мере, в какой человек погружается в пространство культуры, он уходит из пространства симулятивных благ, в том числе шоу-бизнеса, псевдокультурных феноменов, которые требуют огромного количества ресурсов. Ну и главное, действительно, из перепотребления, которое уничтожает и человеческую сущность, и культуру, и грозит вот всеми теми экологическими последствиями, о которых вы говорите. Я позволю себе еще два вопроса. Один вредный, один, на мой взгляд, оптимистический по отношению к СССР. Вредный по отношению к СССР вопрос напрашивается сам собой. Хорошие книги, разумные мысли, но при этом отставание Советского Союза в области научно-технического прогресса, которое стало особенно ярким к моменту обострения всех противоречий к концу 70-х, 80-х годам 20 века.
ученые писали, их никто не слушал, или ученые не то писали, поэтому не туда зашли, как вы думаете? Ну, скорее, действительно, есть проблема не только в практической реализации идей, но и в недостатке, скажем так, теории и практики ориентированной. То есть в советских работах освещались довольно грамотно теоретические вопросы, то есть вопросы фундаментальной теории, критики капитализма, ну, опять же, там, может, при каких-то преувеличениях, перегибах, но в целом наследие в теории было дано вполне полное. Однако аспектов, которые затрагивали некоторые практические вопросы и, в частности, проблемы советской экономики, они уходили на второй план и как-то довольно вяло обсуждались. И отчасти это имело место в связи с идеологическим фактором, потому что, мягко говоря, не приветствовалось изложение конкретных проблем развития советского хозяйства. И не было достаточного запроса, соответственно, с политической стороны на разработку такой теории. И в результате, да, можно констатировать, что не было дано достаточно теоретического ответа на те проблемы, которые реализовались на практике. Но, опять же, как я сказал, это не отменяет актуальности теоретических разработок, которые просматриваются даже в наше время и в связи с современными вызовами. Просто тут я бы не стал критиковать ученых сейчас. То есть тогда, может быть, можно было бы критиковать, но сейчас уже слишком ворошить прошлое, наверное, не надо и искать каких-то, может быть, не знаю, козлов отпущения или проблем. Но мы должны не критиковать сейчас экономистов советских за то, чего не было, а ориентироваться на то, что они все-таки дали и что можно использовать сегодня. Знаете, это был бы хороший финал нашего разговора, но он еще не закончен. Я вас еще попытаю. Единственное, что очень хочется опять начать разговор о противоречиях Советского Союза, причинах его успехов, причинах ухода с исторической арены, но давайте мы эту тему, наверное, оставим, да, мы ее много раз поднимали, да, на отдельное. Вот я похвастаюсь, есть 4-й номер за 22-й год журнала «Альтернативы», и это не реклама, поскольку журнал бесплатно можно найти в интернете, мы его рассылаем по всем желающим. И, кстати, если хотите, вы можете включиться в рассылку «Альтернатив», просто напишите, да, давайте на мою почту «бузгалин@mail.ru», и мы вас включим в рассылку, будем приглашать на наши семинары, видеоматериалы рассылать и журнал «Альтернативы», некоторые книги. Еще одну книгу я, кстати, забыл захватить с собой. Работа, ну, чуть-чуть получилось хвастовство, Колганова Андрея Ивановича, Людмилы Булавки и меня по проблемам как раз исторического наследия СССР в области модернизации. Эта книга будет выставлена на сайте буквально, она уже сейчас, наверное, будет выставлена, когда вы увидите эту передачу. Вас, Глеб, я хотел попросить ответить, наверное, на самый очевидный вопрос, и он будет достойным заключением нашего разговора. Как соотносится, на ваш взгляд, наследие полувековой давности, даже более чем полувековой давности советских ученых и те открытия, или открытия в кавычках, или реальные открытия, которые делают ученые, размышляя об экономических проблемах научно-технического развития вот сегодня, в 21 веке? Да, но, как я уже сказал, сюжеты, которые рассматривали в то время и которые рассматривают те же теоретики 4-й промышленной революции сейчас, они пересекаются поразительным образом. И можно сказать, что вообще научно-техническая революция получила свое наиболее яркое воплощение, вернее, получает именно в наше время, что связывается с так называемой 4-й промышленной революцией. И, собственно, советские экономисты сами делали прогноз, что промышленная революция – это завершающий этап научно-технической революции. И что в некоторые периоды времени, конечно, был чрезмерный оптимизм, что вот уже светлое будущее техническое наступит скоро, но уже довольно скоро советские экономисты адаптировались и прямо предсказали, что несколько десятилетий займет переход от, собственно, зарождения научно-технической революции и ее максимального воплощения. И, собственно говоря, мы это видим сейчас. То есть основная канва научно-технического развития была в целом советскими экономистами предсказано,
И поэтому неудивительно, что и многие сюжеты, и многие выводы, мне кажется, ну, естественно, западные исследователи вряд ли современные читали советских экономистов, но иногда возникает ощущение, что читали, и просто другими словами и в более рыночно-центричной манере излагают те же самые идеи. Спасибо, Глеб. Я с вами в этом смысле полностью соглашусь. Действительно, сегодня очень много из того, что преподносится как новое слово науки, я помню по учебникам и популярным статьям даже 60-х, 70-х годов, которые студентам изучал в университете. Я, наверное, попрошу вас немножко рассказать тем, кто нас смотрит, слушает, о том, где что почитать дополнительно. Может быть, ваши статьи, может быть, найдут, если они не слишком закопаны далеко, работы советских ученых. Какие имена вы посоветуете? Ну и, может быть, прежде всего, именно ваши работы, поскольку у них уже все собрано вместе, проанализировано, разложено по полочкам. Ну, значит, чтобы не перечислять слишком большое число авторов, хотя вы можете пойти в библиотеку и, что называется, по ключевым словам, научно-технический прогресс, найти довольно много литературы. Я бы порекомендовал, прежде всего, книгу Волкова, которая называется «Истоки и горизонты прогресса». Мне она нравится больше всего, потому что она написана с высоты исторического опыта, но относительно, там, книга, по-моему, 76-го года, и она, по сути, систематизирует и обобщает предыдущие достижения исследователей, и также автор дает широкий взгляд на все, собственный взгляд на все аспекты проблемы, и тем самым вы получите и базовое представление, и, я бы сказал, наиболее интересные и концентрированно выраженные мысли касательно этой темы. Ну а что касается моих разработок, я бы выделил две свои статьи. Одна написана в журнале «Критическая социология» на английском, где она обобщает результаты как советской, так и постсоветской марксистской школы в этом опросе. И также недавно вышла статья в Вестнике МГУ серии «Экономика». Я точно название не помню, но она посвящена прямо изложению развития советской мысли с конца 40-х по конец 80-х годов. Это замечательно, когда ученые не помнят название своих статей, где они опубликовались точно. Нет, Вестник МГУ 21-го года. А номер не помните. Видите, вот уже стали совсем солидным. Но это хорошо. На самом деле я добавлю, Глеб Андреевич, есть публикации в журнале «Вопросы политической экономии», которые мы любим и всячески хвалим. Кстати, там есть и интересные статьи про экомарксизм, где дается критика научно-технического прогресса современными западными марксистами, во многом воспроизводящими то, что писалось в Советском Союзе, вот, исходя из того, что вы рассказывали. Ну, в таких случаях можно сказать ссылку в описании. Да, ссылка в описании. Да, наверное, это правильно, да, надо будет это сделать. Кстати, хорошая идея. И к тому же я хотел бы вас адресовать к учебнику Цоголова, курс политэкономии под редакцией Цоголова, 1973 год. Этот учебник есть в открытом доступе, и там, соответственно, в разделе об империализме дается критика возможности НТП в условиях капитализма, а в разделе, во втором томе, в разделе о социализме подчеркивается один очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание, ваши уважаемые коллеги. Там говорится о том, что социализм и в целом коммунистическая общественная система ориентированы на прогресс человека как свободной, гармонично развивающейся личности в труде, творческом труде, превращающемся в потребность, в свободное время и в рациональном потреблении, причем на третьем месте. Вот этот тезис впервые был опубликован в первом издании учебника 1964 года. Вот Глеб Андреевич, собственно, про это и говорил вот, в первой части нашего диалога. И затем воспроизводился, был развит в работах ряда ученых, Константина Петровича Тронева, Алексея Юрьевича Мелентьева, моего коллеги, к сожалению, сокурсника и друга, к сожалению, ушедшего слишком рано. Так что читайте. Ну, начинайте читать со статей Маслова. Я вам всячески рекомендую. Это серьезная работа, серьезная систематизация. И я думаю, это будет тот результат, который нам всем необходим. Что-то еще в заключение, Глеб Андреевич?
Ну, в заключение я бы сказал, что, возможно, будут критики, которые скажут, что вы поднимаете на щит примитивный технологический детерминизм. Я уже не раз это слышал. Я хочу сказать, что наоборот, советские экономисты... Кстати, слушайте, я не задал вам один методологический вопрос. У нас была тема немножко другая, но все-таки я вас попытаю по итогам вашей диссертации, последующих статей и новых разработок. Так все-таки есть зависимость мысли, общественной мысли, экономической мысли в первую очередь, от технологического прогресса или нет? Да, мне кажется, эта связь довольно сильная, и она сильнее, чем это в целом принято думать. Она, безусловно, не прямая, она посредованная, есть другие факторы, но, как сказал еще Маркс в середине 19 века, со временем наука становится непосредственной производительной силой, а, соответственно, наука означает новые технологии, новые технологии означают новый характер производства, новый характер производства — это означает новые вызовы для теории. То есть со временем роль технологии становится все больше, и она все больше влияет на различные аспекты жизни, на различные формы общественного сознания, в том числе и на научные теории. Но я бы подчеркнул, что речь не идет о технологическом детерминизме. Наоборот, советские экономисты подчеркивали, что западные исследователи, советские экономисты, наоборот, критиковали западных исследователей за этот детерминизм, и мы можем видеть это сейчас. То есть говорят, вот появятся роботы, у нас будет безработица, что же делать, будет проблема с кибербезопасностью и так далее. То есть многие выводы делаются, как будто они предначертаны. Но на самом деле вот все проблемы, которые якобы от технологии, они идут не от технологии, а от экономической системы, в рамках которой они реализуются. И поэтому о технологическом детерминизме речь не идет. В всей объективной роли технологии нужно подчеркнуть, что то, как они будут применяться, зависит от общественной системы, в конечном счете зависит от нас, и нам ни в коем случае нельзя идти, что называется, в прислугу роботам, а наоборот, нужно создать такое общество, в котором новые технологии будут работать на всестороннее развитие человека. Спасибо, Глеб. Ну, прежде чем завершить, я хотел бы подчеркнуть, мы с Глебом Андреевичем ведем полемику по этому поводу лет 10, начиная с его студенческой скамьи. И я хотел подчеркнуть, что мало кто из молодых исследователей продолжает ключевые идеи, сгенерированные на втором, третьем, четвертом курсе, когда они появились у вас, Глеб, наверное. Ну, скорее попозже. Изначально у меня вообще были либеральные взгляды. Нет, ну совсем изначально мы не будем копаться, да. Но, в общем, где-то к концу университетского образования, в грани бакалавриата и магистратуры, появились вот эти интересные идеи, и они развиваются Глеб Андреевичем уже долгие годы. Я ему доказывал, что нет прямой связи между технологией и общественной мыслью. В промежутке лежит система производственных отношений, общественных отношений в сфере культуры, идеологии, политики. Глеб Андреевич доказал, что нет, есть и прямая связь. И вы знаете, в чем-то он убедил меня, пожалуй, даже во многом убедил, что есть такая прямая связь. А я, по-моему, поколебал его убеждение, что есть только прямая связь. И он теперь, вот видите, говорит, что я посредованная тоже. Посредованная, бессовно есть. Вот, так что мы пришли не то чтобы к консенсусу, но немного поняли друг друга. Спасибо большое за этот разговор. Мы постараемся начать с вот этой беседы серию диалогов старшего поколения постсоветской школы критического марксизма с молодым поколением, поколением 20-30-40-летних студентов, аспирантов, кандидатов и даже докторов наук, молодых докторов наук. Кстати, Глеб, вы не обижаетесь, что я вас причислил к постсоветской школе критического марксизма? Нет. А почему я должен обижаться? Нет, ну тогда я рад. Мы действительно работаем вместе, у нас очень разные люди, довольно широкий спектр взглядов. Но есть некоторые реперные точки, это творческое, но критическое, точнее творческое и критическое развитие марксизма, понимание социализма как качественно нового общества, идущего на смену капитализму, и, пожалуй, даже коммунизма, а не только социализма. Акцент на диалектическом методе, историческом подходе к общественному развитию. Акцент на противоречиях, не идеализируемый ни Советский Союз, ни социалистические тенденции в современном мире, показывая их прежде всего прогрессивный, но и в очень значительной мере противоречивый характер. Вот это направление сложилось, и новые представители этого направления, мне кажется, дают фору уже старшему, в чем-то нас опережая.
И мы очень надеемся, что эту серию мы продолжим. Я хотел поблагодарить Павла Банщикова, который всегда помогает нам, да просто не помогает, он создает видеопространство, в котором мы все находимся. Канал наш вместе с Александром Цариком, ну, некоторыми гораздо менее активно действующими волонтерами. Он не любит появляться на экране, оставаясь за кадром, но тем не менее это его огромная работа. Спасибо всем огромное. Пишите, критикуйте, хвалите, думайте. Будем работать вместе. Всего доброго. Спасибо, Глеб Андреевич. Спасибо.